82 школьника готовятся отправиться в новогоднее путешествие в Москву на кремлевскую елку. 23 декабря участников делегации Омской области собрали вместе, рассказали о готовящейся поездке и программе пребывания в столице. 25 декабря мы посетим два музея. Это будет Государственный исторический музей и Государственная Третьяковская галерея. 26 числа после Кремлевского дворца мы посетим другой музей. Это будет музей Измайлова, где также с ними будут проведены различные мероприятия, экскурсии и игры. В рамках подготовки к поездке в Москву волонтеры помогли ребятам познакомиться друг с другом и подружиться. Счастливчиками, которые несколько дней проведут в столице, стали отличники учебы, победители международных творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов, дети, находящиеся под опекой в приемных семьях, и сироты. Новость о возможности поучаствовать в таком событии каждый встретил с восторгом. Первый раз летишь в Москву? Да, в первый. Какие у тебя эмоции? У меня прям распирает, как папа говорит, распирает от гордости. Да? Да. А что ожидаешь там увидеть? Я ожидаю увидеть своего президента, самую красивую елку, Дедушку Мороза со Снегурочкой. За 2 недели перед отъездом мне бабушка с дедушкой сказали, что я поеду в Москву. Я смотрел по телевизору, елка будет очень большая. Я смотрел, как ее перевозили. И самое большое я хочу увидеть Кремль, попасть в Кремль вообще, в принципе. Мне сказали, что я еду в Москву, и я обрадовалась. Здорово. Ты как-то готовишься? У тебя есть свой костюм, платье красивое, да? Расскажи, что у тебя? Мне подарили платье. Ободок такой. Какое это платье, скажите? Белое платье с блестяшками там. И туфли. Среди ребят, кому посчастливится побывать на президентской елке, будут Андрей и Денис Любимовы, которые этим летом проявили мужество при спасении маленьких детей из горящего дома. Мы шли встречать на остановку маму и увидели дым. Думали, жарят шашлыки, а на самом деле это горел дом. Мы подбежали, брат пошел в ограду, разбил окно, вытащил девочку, а я пошел в соседнюю ограду, отломал палку кувалдой и вытащил ребенка 6-летнего, а он 2-летнюю девочку. Что ты ожидаешь там увидеть? Как себе представляешь, как все происходит? Ожидаю Путина увидеть, Деда Мороза и большую елку. Само новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце состоится 26 декабря. На нем соберутся школьники со всей страны. Для детей проведут конкурсы и вручат сладкие подарки. И, конечно, они увидят выступления известных коллективов.